знаю. Сегодня мы с Гай Ричи снимаем спортивный блок, и я привез ее на вейк-базу. Что? Это же этот, из этих, да, как... Кирилл Емельян. Да, он из этих, из... Сволочей. Да, из кадетства. Все, снимай меня. Этот снаряд называется вейк-серф. Я уже в интернете посмотрела, он сейчас снимается в фильме «Американском чемодан Масалова». Оль, снимай меня. Блин, что тебе снимать? Человек профессиональный, актер профессиональный, не то что вайны ваши вот эти. У него еще кроссовки, как у меня. Вот это стиль вообще. Снимаем. А вы что, знакомые? Вообще-то Аркаш меня, собственно, актерской деятельности привел. А кто со мной занимался? Ну, все эти Ну, извини, пожалуйста, я же не знала. Мне на самом деле правда нравятся вайны. Ты очень классный актер. Спасибо. Правда. Только давай заново снимем, там кто-то люди сзади мешают. Это же Карина Кросс! Что-то говорил, что я прикрыла. Ну-ка, стой, сука! Оля, бежим. Быстро бежим! И меняй главное! Там главное билет, Оля! Оля, за машину прячься! Да, в рамки, вот это все можно, знаешь, там сделать на веревочке. То есть чем больше, тем лучше. Ну, это сюда куда это О, Аркаша идет, сейчас снимать будем. Привет, но не будем сегодня снимать. Почему не будем снимать? Ну, не выспался еще. В камеру повернись, ты что там, Аркаш? Ты что это? Тебе что, 16 что ли? Ой, просто кто-то влюбился в меня. Да кто в тебя влюбился-то, Рудольф? Джингл бэл, джингл бэл. Так, переставай снимать. Фу, мерзота такая вообще. Еще и с прыщом. Так, удали это. Да сейчас, херов тебе пачку. Удали все. Убери руки, блин, ничего не буду удалять. Да не переживай, давай тебе аккуратненько его замажу и все. Вот я сейчас накрашена, по мне видно? Да. А вот, а у тебя будет не видно. Не дергайся и не дыши. Надо его как-то оттенить. Все, готово, смотри. Оля. Че, прыжа не видно? Прыща не видно. Видно, что я проститутка. Да ладно тебе. Ты че, умываться что ли будешь? Ой, дай-ка подумаю. Я так долго собирался... Аркаш, сколько? Месяц. В смысле месяц? Месяц работаешь и идешь на... Мужчина! Что делать? А я знал, что рано или поздно ко мне подойдет. Мне все говорят, что я как Жан... Похож на Жан-Клод Ван Дамма. Кровавый спорт. А у него что, усы были? Какие усы? Вот и... Чихнул. А вы только что из торгового центра того вышли, да? Ух ты, откуда знаешь? Ну вы с сумкой. А, не, это я с рынка. А там пасал просто. Спиннинг. Дочке шапку, у нее выпускной. А жене что купили? Патчи. Собственников под глазами не было. Постоянно в ментовку заявы катает. Сука. А вы знаете, что все то же самое, только дешевле и лучше по качеству можно купить? Да, и прямо не выходя из дома. Как в тюрьме у нас было. А все? Да, все есть. И бюст Федука из мяса? Слушайте, вы странный какой-то, я, наверное, пойду. Да стой! Да что? Скачал. Вообще все есть. И мы еще под видео промокод напишем. Под каким видео? Что, ты снимала, что ли? Это что, камера? А я думала, это рука кривая такая у тебя. Да блин, вы достали все. Ну все, сейчас спокойненько, тихо, мирно доедем. Да куда ты прешь, козлина? У меня бабушка лучше тебя водит. Вы идете, нет? Ну, блядь, еще под колеса мне бросься. Ты что, если на BMW поворотник включать не надо? Я сейчас выйду, я тебе рожу-то набью. Оля, зачем ты окно открыла? Так ты в закрытое кричишь, ничего не слышно. А сейчас он услышал, вон к нам идет. Братан, да это я не тебе кричал. Это тёлка тупая, ездить не умеет. Бабы! Так я тоже баба. Ну-ка, выходи давай. Я тебе сейчас покажу таких пиздюлей. Секундочку. Оля, а выйди там, поговори по-вашему, по-бабски. Я не умею. Ты чё, обалдел? Я её сама боюсь. Оль, мне пиздец. Сейчас. Ты чё, дебил? Да ты чё, вы агрессивная такая? Вас чё, парень бросил? Ну ничего, всё наладится. Вот видишь, хорошо то, что хорошо заканчивается. Ну да потому что сыкло. А ты моему парню не хами. Поняла. Здрасте. Фу, сбила. На рекорд шел. Давно ждете? А я никуда и не уходил, чтобы не опоздать. 4 дня. 4 дня? А сегодня какой год? Не высокосный? Конопля, наверное, сдохла. Какая конопля? Кошка моя. А наши подписчики вам никнейм дали. Ух ты, давай. В смысле? Можешь на карту перевести.
Не, это типа кличка такая. Погоняла, что ли? Да. Как название у нас было? А какое? Дядя Чижик. Опять птичье. А че это вы меня снимать решили? Ты ягодка созрела? Че? На моего зверька охотишься? Хотите необузданного секса? Фу, нет! Вы на моего батю похожи. А то, слава богу! Знаю я этот ваш шалупизнес. Спидозные все. Кстати, а вы знали, что наши истории смотрит текила? Фу, удивило. На меня каждый день водка смотрит из серванта. Жена ключ спрятала и не дает. Сука. Любите ее? Водку. Очень. Здрасте. А Ян только сейчас понял. Че? Я тебя в рекламе снимался? Ну да. И че, денег прям получили за него? Ну, немножко. Сколько? 120. Половина моя. Полтишок мне. Копченки куплю. Чего? Копченки. 120 тысяч. Сердце стало! А это, ролик скинешь мне на кассету? На. А тут написано «Варюха роды». Вот ты че эти роды уже по 12 раз все смотрели? И все. Я на премии Муз ТВ был. А видела кое-кто с усиками на верблюде ехал? Так это Оля Бузова ехала. Ну, я и говорю, кое-кто с усиками. А давайте я вас буду все время снимать и платить в день 1000 рублей. 1000 рублей? Это ж даже Машка с второго подъезда столько не получает. А она, между прочим, ученый и шлюха. Пиздишь, да? Не-не, правда. Ну, ладно, давайте через пару дней начнем. Хорошо? Хорошо. Ну, все, до свидания. Я посчитал. 17 тысяч в месяц. Большие деньги. Получается, да. Знаешь, что я узнал, когда стал жить один? Дома чисто не просто так. Надо убираться. Шампунем можно мыть тело, волосы, пол и кота. Сыр с плесенью не похож на французский. Вещи в шкафу занимают одну полку. Гладить одежду пи***ц как сложно. Ногти можно стричь посреди комнаты. Не полосатые вещи можно стирать с полосатыми. И они не станут полосатыми. В квартире классно смотрится мопед. Нельзя всю неделю носить одну майку. Хотя можно вывернуть ее наизнанку и носить еще неделю. Лайфхак. А с левой странички маникюрчик для вас очень удобно следить за профилем бывшей. Короче, как вы видите, плюсов больше, чем минусов. Ты какой день на яйцах сидишь? 7-й.